너무 못생겼어 지금. 응? 영아 요구르트 넣어줘. 자야? 좋을 것 같아. 15년 여러분아, 시즈모인이 젤리. 왑시에는 아피치타. Я могла кушать арбуз, помидор, персик и так далее. Но сегодня, кроме помидора, арбуза, вообще не хочется кушать. За 2 недели похудела 2 килограмма. Не хочется спать. И все мамы вообще героини. Я не знала, это так тяжело будет. Каждый раз хочется тошнить. Даже не могу нормально спать. Вчера 5 раз тошнила. То я попрошу врачу лекарства. Мама сегодня утром сделала такой томатный сок. Здесь вообще ничего не добавили, просто помидоры. Только я это могу пить, поэтому пью это. Остальные вообще не нравится. Не то, что не нравится, невозможно кушать или пить. Арбуз тоже не нравится, персик тоже не нравится уже. 40 минут продолжается боль в правой животе. Это очень тянет, поэтому позвонила в больнице, и они сказали, что приехать, поэтому сейчас еду в больницу. Все будет хорошо. Больно, болит, но все будет хорошо. В больнице надо 30 минут ехать, но... Сегодня... Сегодня... 배가 조금 아파서 왔는데 다행히 다 정상이라고 하네요. 그치? 아까 밀기 심장 소리... 소리 대박이었어. 아, 나 그 소리 잊을 수가 없어. 밖에서도 엄청 크게 들리더라. 쾅쾅쾅쾅. 딱 그걸 하자마자 의사님이 자 보이죠? 이게 애기집이고 애기도 잘 있고 심장 소리도 크게 잘 들리죠? 애기는 아무 이상 없어요. 다행이다. 애기 잘 있어요. 잘할 수 있어. 그지? 엄마가 된다는 게 쉽지 않은 것 같아. 그지? 응? 나중에 혹시 밀키를 위해서 한마디 해줘. 나는 힘을 내고 있어. 화이팅! 우리 4 часа прошло. Вначале говорят, возможно, есть боль в животе, но если эта боль продолжается больше час и регулярно, то обязательно надо поехать в больницу. Мы тоже сразу приехали. К счастью, ребенок очень здоровый. Это очень радует, утешает меня. Вот. Я могу терпеть, но я, конечно, поддерживаю и верю ребенке. Вот, поэтому у меня все хорошо и уже намного лучше стало. Позавчера я была в больнице, и говорят, врачи видят в матке немножко крови, поэтому послезавтра, то есть сегодня, сказал приехать еще раз. Поэтому мы поедем, но боль в животе уже меньше стала.
сказал, если вы чувствуете боль в животе, это не очень хороший знак. Но когда вы не пили воды, я не могла пить воды из-за запаха, но говорят, это очень нехорошо для ребенка. И мне сделали 5 часов капли, но уже лучше стало. 이게 조금 이제 포커스를 두게 되니까 하나둘씩 보이는 거예요. 와 이게 아 이게 쉽지 않구나. Мама приготовила все ингредиенты, сделала вьетнамскую еду. Такого у меня токсикоз. Каждый день меняется, что я хочу кушать. Какие ингредиенты мы приготовили? Это авалон, креветка, свинина и овощи. Это рисовая штука. Ама, 사랑이신 에로스 화살을 맞아서였을 거야. 에로스가 쓴 화살을 피할 수 있는 사람은 이 세상에 없으니까.